ain't trying to bother. You're moving me in all the right ways, waiting for the signal. I wanna go down, down and watch it fall down, down, down. You give me the green light. Ребят, всем привет! Сегодня я продолжаю свой рассказ о моих снастях по головлю и форели. Сегодня хочу затронуть такую тему, как катушки, шнур и флюр. Так что, друзья, давайте слушать мою болтовню. Начнем с катушек. Первая моя катушка, купленная года 3 назад, бушная в Японии на eBay, это Exist 2506. Магниевая, но легкая очень, типа. Ну, так, по сейчас-то она уже не такая легкая, конечно, 180 грамм весит. Она у меня рыбу уже переловила нереально много. Очень мягкий ход у нее. Я прям ее прям люблю и ни на что не хочу менять. То есть она такая у меня уже поюзанная, конечно. Такая вот катушечка. Можете посмотреть. Катушка еще с 2005 года, по-моему, выпускается. Не знаю, какой она у меня год, но я ее год 3 года назад купил. Или 4 даже, что-то сбился счет. В общем, хороший ход у нее, мягкий. Использую с удочками Белезы Каренти. В основном и Смит Интерборон. Шнур здесь намотан 0,5 Small Game. И еще есть у меня этот, шпуля с шнуром. Ой, не со шнуром, с флюром. Ну, если честно, я какой-то тут флюр намотал, но это не знаю, короче, какой-то мне не очень нравится, поэтому я нанесу шнур, намотаю 0,4. Сейчас покажу, какой попозже. Вот такая шпулька. Единственное, я говорю, я хотел бы такую же, но побыстрее. Вот сейчас планирую себе купить что-нибудь побыстрее. Еще просто, если кидать против течения, по течению, против течения, апстримом ловить, то получается скорости, конечно, не хватает. Приходится очень быстро крутить. Фрикционный достаточно мягенький. Намоточка тоже очень отличная. Ловим головля и форельку. Так, дальше у нас идет. Кардив я брал новым тоже на eBay. Про кардив тоже ничего плохого сказать не могу. Единственное, что после борьбы с жерехом видео видели меня на канале, там сломалась какая-то пружинка и ход у нее стал такой, ну то есть туговатенький, сейчас он такой мягенький, видите, все как надо, а тогда он был тугой. Я вот год так ходил, ну как бы лень была отдавать, ну думал, что это нормально, ну не то что прям тугой такой, ну просто как-то он так туго крутился, а потом отдал на эту смазку и в общем там мне сказать, что пружинку надо поменять. Точнее, поменяли, все хорошо стало. Вот Кардив S24 2000 HGS. То есть получается внутрянка здесь 2000, а шпуля, по-моему, от 1000, как-то так. Ну и плюс она скоростная достаточно, там, по-моему, около 6 скорости придаточная. То есть она быстрая катушечка. Шнур здесь у меня намотан 0,3, тоже Small Game. Люблю этот шнур. В принципе, что искать, если новое, если все хорошо работает старое. Пользую ее в основном, но на Белезе, супер Белезе до 5 грамм. Ну, и теперь буду использовать на Бриндоне тоже ее, что на 0,3. Ну, и на Смит Интерборон иногда ставлю. Катушечка именно скоростная, то есть ей вот против течения хорошо кидать. С жерехом хорошо у меня справилась, поэтому к ней вопросов тоже нет. Что еще можно про катушку сказать? 4 года, никаких проблем. 3 или 4, тоже не знаю, толком забыл. Ну что, друзья, теперь перейдем к рассказу о шнурах и флюре. Самое мое любимое — это Small Game.
Ну, в основном 0,5, 0,4, 0,3. Это я запасик себе взял. Никаких вопросов к этому шнуру нет. То есть рыбу держит хорошо, износостойкость, не рвется просто так. То есть на экзисте у меня уже получается, сколько тут, я не знаю, уже цвет потерял. Сезон 2-то точно намотано. Сейчас вот собираюсь перемотать. И, в принципе, все работает, ничего не рвется. Так что для ультралайта рекомендую. Мое мнение личное. Еще взял себе попробовать вот это. Тоже у меня был раньше. Тоже к нему вопросов нет. Варивас Light Game. Ну, как раз размерчик 0,3. Это 4 жилочки. Все этот и этот 4 жилка. А вот что я взял в этом году. Недавно буквально. Это 8-жилка 0,4. Представляете? Получается 0,4. Максимальная нагрузка 3,3 килограмма. А здесь получается 0,5, 3,3 килограмма. То есть разница почти в 1/10. То есть получается это тоньше и по мощности такой же, как 0,5. Ну, все хвалят тоже его. Сам не знаю, не ловил. В этом году попробуем. Открывать не буду, что там, в принципе. Я даже не трогал, посмотрим, может он хоть. Ну, наверное, мягенький. Ну, да, такой интересненький, мягенький. Тоненький, мягенький, кольный. В общем, намотаю. На одну шпуль как раз сюда получается, наверное, 0,4 намотаю. Сюда намотаю 0,4. 0,5 намотаю сюда. Так. И 0,3. На эту катушечку перемотаю. А может еще оставлю. Тут еще, в принципе, работает, не рвется, чего менять. Так, и по флюрику. По флюрику, что я использую? Вот такой флюрик использую. Это такой более потолще. 0,20-0,245 за 4 килограмм. И вот такой варя у вас. Удобная резиночка, кстати, такая. Чик снял. Тоже достаточно такой мягенький. Этот я одеваю в качестве поводка на шнур 0,3-0,4, а вот этот уже на 0,5 одеваю, ну, чтобы более-менее нагрузка примерно одинаковая была. Потолще, потоньше, в принципе, не очень разница, что этот 3,25 держит, а этот 4 килограмма держит. В общем, вот такие вот шнуры, катушки для головля. В общем, друзья, вот такой вот обзорчик моих катушечек, моих шнуров. Надеюсь, кому-то что-то пригодилось полезненькое. Ну, Small Game, говорю, блин, ну, то есть самое оптимальное соотношение цена-качество. Это, конечно, ну, дорого, что сказать. Ну, хотя я его, по-моему, за 3000 взял с копеечками. А так он дорогой, в магазине там вообще космическая цена. Может, конечно, у меня подделка, но навряд ли. Парень с рыболовной барахолки, вроде парень проверенный, так что... Но это тоже, по идее, хороший шнур. Ну, ничего не могу сказать. Вот этот прям берите, не пожалеете. Мое мнение, опять же, мое. Так что вот такой обзорчик катушечек моих двух. Это Exist и Cardiff Shimano и Daiwa. Ну, еще к ним хочу прикупить скоростную в размере тоже 2000 или 2500. Может, 2500, может, 2000, пока еще не решил, денег нет. Коплю. Так много потратил. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.